Следственный отдел по городу Химки, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области информирует жителей городского округа Химки. Следственный комитет России защищает жизнь, здоровье, права и интересы граждан. К его подследственности относятся преступления против личности и половой неприкосновенности, в том числе в отношении детей, а также преступления, совершенные должностными лицами правоохранительных органов и органов власти, коррупционные и налоговые преступления. Если вам стало известно о фактах совершения указанных преступлений, либо вы стали жертвой таких преступлений или желаете сообщить о совершении преступлений третьими лицами, вы можете обратиться ежедневно в Следственный отдел по городу Химки с соответствующим заявлением. Личный прием граждан осуществляется еженедельно в понедельник и пятницу с 9 утра до 6 вечера.